сложная сфера сигнат, налей единиц. Технологии открывают нам все новые явления. Технологии ведут нас все дальше в другие измерения. Кремний, Германия, полупроводниковый переход. Кремний, Германия, кристалл, контакт, электрод. Кремний, Германия, полупроводниковый переход. Кремний, Германия, кристалл, контакт, электрод. Варикат, конденсатор, тиристор, база, эмиттер, коллектор, исток, затвор, транзистор, медь, серебро, неодий, палладий, антал, золото, платина и другой благородный металл. Полупроводниковый переход. Кремний, Германия, кристалл, контакт, электрод. Кремний, Германия, полупроводниковый переход. Кремний, Германия, кристалл, контакт, электрод. Мобильный путь.
пути. Приезжай на работу бодро, и в выходные дни на подъем легки, на колесах держимся твердо. Эй, велосипедисты, вам привет передаю. Рок-гитаристы зимним и летним обоего пола, для вас звучит это велосипедное соло. Ваши легкие, могучие и чистые, вы не жгете бензин, не испускаете дым. Удачи вам и взрослым, и молодым. Вперед, вперед, велосипедисты. Вперед, вперед, велосипедисты. Crazy things that this man has done over the course of the past hour and a half. And again, we want to emphasize that last check.
У Вселенной нет ни середины, ни краев. Реальность условно. И как мне это переводить? Я ни хрена не понял. Не надо. Он понял. Пограничник на посту. Отвлекать его не надо. Охраняют он страну от недружеского взгляда. Охраняет он страну от недружеского взгляда. Пограничник смотрит вдаль, он свою службу знает. В его руках оружие, сталь, он своих защищает. И пусть ему порой нелегко, и он грустит по дому, но эту долю нести высоко доверили парню молодому. Пограничник на посту. И пусть сегодня солдатский долг не каждый должно принимает, и неизвестно, с какой стороны и кто угрозу представляет. Но пусть случится это для него школой настоящих мужчин, и будет крепким стержнем для него настоящий человек, гражданин. Пограничник на посту, отвлекать его не надо. Охраняет он страну от недружеского взгляда. Охраняет он страну от недружеского взгляда. Граница на замке, граница под контролем. Граница на замке, граница под контролем. Уже пора. On est tous envolé. Are you ready? Вы готовы? Everything is cool. Все в порядке? Yes. Да. Bueno. Good. Хорошо. Coupez, veuillez monter. Fais l'esprit à travail. Use your imagination. Включите воображение. And your skills. Используйте ваши таланты. Soak away. See yourself get away. Everything is subjective. Все вокруг субъективно. Что бы это ни значило. Il y a quelque chose qui est plus fort. Sans bataille pouillée. Aya, empoignée cendre. La vida no vale nada. You'll say you'll suffer.
Танцуйте, ясли, танцуйте. Потанцуем? Да, с удовольствием. Здесь даже можно попросить включить музыку The Sharks. О, даже так? У вас хороший вкус. The Sharks — это рок-шерпы. Приятно, что мы понимаем это одинаково. Yeah.
Обеспечит надежность работы, повысит ваши возможности. Силовые выключатели, реле проводопускатели, мегаомметры, индикаторы, трансформаторы, роторы, статоры. Силовые выключатели, реле провода пускатели, мегаомметры, индикаторы, трансформаторы, роторы, статоры. Суперхит, мой хит, из золота отлит он.
щит зажигает супермодно мой вид. И золото тритон, король на танцполе, он качает бомбит. Двигаться радостно, двигаться легко, как будто бы ты здесь и где-то там, там. Аккуратно будь
фотограф клеил картины мира на серые скалы, на старые бункеры войны, когда выходил соленое море, когда помогал отлив, но потом поднимался ветер, песок, и море возвращалось, оно забирало картины. И Анес говорила, что стихия всегда права, и ветер прав, и песок, и вода, но это лучше для Гии. Теперь они стали частью моря, и он, как дитя в люльке, покоится с миром, и это лучше для Гии. И пусть песок прав, и ветер прав, и вода, но есть время, когда отлив за тебя. И пусть уже скрипят опоры и лестницы, и клей летит брызгами с кисти. Клей, Володя, клей, клей, клей Светлана, Сергей и Андрей. Даже если нет хороших вестей, клей Вера, Алла, Петр, Алексей. Привязывай себя к лестнице, художник. Привязывай кисти к руке, прижимайся к скале. И пусть летят брызги с кисти, и пусть хоть кто прав, и этот ветер прав. Не уходи, клей свои картины на старые и новые бункеры войны. Поверх новых списков арестов, поверх новых черных манифестов, когда отлив за тебя клей. Там, на глубине,
свой герой. Мы ушли в темноту, и черная армия давно зачищает Москву. Мы под грязной водой тут, и скоро за нами, наверное, придут. Герой чистый, мой герой. Немного чистого воздуха и сна, Владимир Михайлович. У вас сплин. А потом снова танцы и прекрасные филологини в нашем больничном саду. У вас сплин. У вас ложные надежды на буддизм. Что нам эти потрясения и страсти, и суетливые города? Здесь покой и земляничные поляны навсегда. И наши отменные блинные, и Саша Васильев, и его спинные. Немного воздуха, немного сна, и вы допишете свой альбом «Оду несовершенства». Примите этот мир как иллюзию, как сон, как неизбежность несовершенства. Все это только кажется. Все вокруг субъективно, что бы это ни значило. У Вселенной нет середины и нет краев. Реальность условна. Да, да. И принц чистый тоже. И герой-велосипедист. И принц, и герой, и велосипедист. Да. Привет! Как вы тут? Дети растут? Еще? Хорошо. А мы видели тех, кто легли на дно и зажгли огни. И во Вселенной только они. И так и живут. Поют иногда. И земляничные поляны навсегда. Навсегда. Добрым богам.
горожане вновь могли видеть необычное явление, прозванное в народе «золотой велосипедист». В сумерках по реке медленно двигался силуэт, похожий на велосипедиста. Что это было? Призрак? Мираж? Вот что говорит один из очевидцев. Это невероятно! Он как будто бы светился изнутри, как да будто прокрути бы... еще. Ты тоже очень себя любишь, слушать радио, следить за еще как новостями. Я торжественно объявляю, до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу. Она меня спрашивает, ну как там все продолжается. Какой-то кондурацкий, какие-то кондурацкие части видим на территории Сальвадора. Да, первый раз вот так. Тут совершенно бесценно. Это самый испанский король, президент Альбертини, на поле и все такое. Ну, район что же. Каждый входящий, потому что слишком много знакомых пианист. У меня из людей, входящих в квартиру, каждый третий играет. Так что он у меня почти не умолкает.